Я говорю, как дела в деревне? Да ничего, я ж тебе вот звонил, когда говорил, забирает помаленьку. Вас с Васильевичем не трогают? Нет, пока нет. Сейчас пока вроде это. Молодые, до 35 лет. Может, вас поменяют, приедут, отпустят вас на побывку. Да нас не отпустят по-любому. Думаешь? Да, нахуй, да 100% ебать. Ну а что ты думаешь, ну, да. Долбоебов загонят, он, блядь, стариков выгонят, да хуй поверю, нахуй. Да просто, ну, грубо говоря, блядь, на мясо если только запустить, нахуй, и все. Ну, там же набирали и не только это, скажи, что молодняк. Ну там же говорили, еще вроде как набирают, что же кто участвовал в боевых действиях. Ну какая разница? Ну, блядь, если бы ты участвовал, грубо говоря, 10 лет назад, нахуй, что ты там помнишь, что-то? И тут вообще война другая, нахуй. Вот взять Чечню, взять Сирию, это вообще тут по-другому все. Главное, чтобы был боевой навык, что автомат, ну, да, в руках держал. Автомат здесь нахуй не нужен. Здесь берут, надо как минимум пушку держать за пазухи. Тут хуй говорить, ёптать, он вон уехал, мы вчера со Стародубом ездили с Сережей. Ну ничего им еще не давали. Они пока на воен... как на сборах, короче, вот их типа это. Тогда там... пусть берет лопату штыковую, нахуй, в атаку, нахуй, за трофеями.